знаете, наш президент в своем последнем послании очень четко подчеркнул, что государственная политика занятости, она должна быть прежде всего ориентирована на обеспечение населения достойной работой, а также справедливой оплатой за труд. Я полностью поддерживаю своего президента, потому что надо обязательно, не то что обязательно, надо трудиться. Трудиться и достойно получать за свою работу финансовые средства, чтобы обеспечить свои семьи. Сейчас государство очень широко поддерживает предпринимательство, малый и средний бизнес, предоставляет возможность стартапам реализовать свой бизнес на государственные гранты. Это большая возможность. Я сама занималась бизнесом в 90-е годы, и если бы у меня была бы такая возможность, то это было бы большим подспорьем для меня. Сейчас очень важно, чтобы предоставлялись для нашей молодежи качественное обучение и обучали бы нужным, востребованным профессиям. Надо идти в ногу со временем и действительно предоставлять востребованные профессии, чтобы молодежь нашла себя и не занималась только купли-продажей, а действительно делала какие-то инновационные проекты, которые сейчас востребованы, и тем самым поднимала экономику нашей страны.